Есть человек, который первый, вот я хочу сказать, откликнулся еще в начале марта, он позвонил, спросил, чем я конкретно, я, Мурат Кандишиев, могу помочь. Мурат купил и подарил нам два замечательных рециркулятора, которые сегодня работают до сих пор в обсервации, которые отработали в госпитале все это время. И вот они продолжают нам помогать в этой борьбе. Я хочу Мурату вот это благодарственное письмо вручить и сказать ему, ну, в первую очередь, пожелать просто здоровья, самое главное. Спасибо. Спасибо, Мурат.